Приветствую вас, дорогие мои подписчики, с вами Джон Летарже. И недавно, буквально 3 дня назад, произошла у меня такая маленькая радость. Включили горячую воду. Да, я знаю, то, что это звучит банально, но на самом деле для меня это очень важно. Теперь я могу, как нормальный человек, спокойно помыться. И это правда круто. А так мне приходилось воду кипятить на плите в тазах, чтобы помыться. Правда, мне немного повезло. У меня на даче есть баня. По субботам я там отмокаю, парюсь, моюсь. А после бани вообще себя отлично чувствуешь. Как будто заново родился. А папа у меня еще жарит куриные крылышки на мангале. Это просто обалденно вкусно. Это просто вкуснотища. Вот, в общем-то, все, что я хотела вам сказать. Думаю, вы рады вместе со мной. И вторая радостная новость. Я теперь есть на Donation Alerts. Вы можете поддержать меня материально. Можете мне задонатить. Под видео я оставлю ссылку на Donation Alerts, на мой профиль. Донатьте. Также ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока.